Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем играть в игру «Болотная атака». Так, забираем свой приз, 500 монет, неплохо. Так, ну что же, мы с вами остановились на 13-й миссии. Соответственно, если мы ее проходим, нам что-то будет доступно новенькое. Забегаем в магазин и смотрим. Так, у нас двухстволка, кстати, не прокачана до конца. Нам еще один апчик можно сделать. Давай дальше посмотрим. Так, с арбалетом та же песня. Косморужье у нас прокачано, это хорошо. Давай посмотрим, что у нас, ребята, есть в плане взрывчатки. 5 бомбочек-вонючек, 3 аккумулятора и 4 кислотных дождя. Этого мало, зато у нас 6 холодильников, от которых, грубо говоря, нет никакого толка. В общем, мой вердикт такой: берем с вами еще, наверное, 3 аккумулятора и парочку бомбок-вонючек. Да, ребят, вот так мы сделаем. Кто-то сказал мне: купи Рэй миниган, типа без него дальше будет полный звездец. Ребят, не знаю, если вы мне скажете, что там действительно будет полный звездец, я уж каким-нибудь макаром накоплю и куплю ее себе. Также меня попросили купить рояль, купить улей, в общем, все это нужно купить, ребят, ну, мне не разорваться, это мне нужно тут фармить, елки-палки, год, чтобы вот это все открыть, а это очень долго, ну да ладно. Об этом все потом, а сейчас мы будем непосредственно проходить 13 уровень. Поехали. Так, я хоть... Я купил боеприпасы-то? Так, далекие контакты. Я вижу, какие тут контакты уже идут на нас. Воу. Так, барсуки, валите. Ну. Так, бабуль, ты давай там это... Не раскисай, бомби по ним, если что. Так, ну, хорошо, что пока идут комарики. Ага, крысы пошли. Ладно, с крысами у нас тоже с вами разговор короткий будет. Да я бомбу-вонючку бру... А, бросил! Эти же охламоны у нас имеют иммунитет к бомбе-вонючке, так как они в противогазе. Слушай, так дело не пойдет. Надо переключаться, наверное, на косморужье. Давай вот так вот поджарим для начала. Ну, этих, соответственно, будем вот так бомбить. Опа, опа, опа! Ребятули подоспели. Вам здесь не рады. Да комары, отвяньте уже, достали. Кузен, что не работаешь? Я не могу понять. Кузен. Да ё-моё, я, ребята, запутался в кнопках. Комарьё достало меня. Атакует и атакует. Перезаряжаемся. Вот так вот, залпа просто-напросто. Бабка, ты будешь работать или нет? Сидишь тут просто так. На своем надувном плотике. Какой это плотик? Спасательный круг, надувной, причем не первой свежести, как мы видим. Уже заклепанный, перебинтованный весь. Так, я чувствую, ребят, последняя волна идет. Стопудняк, я вам говорю. Но здесь наверняка без прикола не обойдется. Ну-ка, давай. Замечательно. Ты посмотри, какой хитрый, а, вот этот вот хорек. Выдра, ё-моё. Иди отсюда. Подожгла все-таки мне домик. Все, это, по-моему, были последние. И мы с вами разблокировали воздушный удар, по-моему, это называется. Так, две штучки нам еще сверху дали. А умножение есть? Ух, наконец-то. Теперь будем приумножать наши деньги. Ну что же, довольно неплохо. 36 тысяч у нас денежек. И давайте теперь посмотрим все-таки, что это за воздушный удар. Подсчитаем. Внешность обманчива. Этот самолетик смертельно опасен. Вот так вот, значит, у нас здесь был кислотный дождь. Я думаю, что мы с вами сделаем немножко по-другому. Вместо холодильника мы возьмем как раз вот этот вот воздушный самолетик. Взять. Ну а сюда заберем, конечно же, кислотный дождь, ребят. Без него я никуда, там эти мелкие комары нас будут... Да елки-палки, я же хотел взять. Значит, самолетик, надо нам, наверное, улучшить его или... Ну, давай вот так вот сделаем и улучшим пару разиков. Просто, ребята, хочу посмотреть, что он из себя представляет. Если имба, то мы ее оставим, прокачаем. Если фуфло, то, как говорится, мы от этого избавляемся. Причем быстро. 14-я миссия у нас на кону, поэтому поехали. Ушел на рыбалку, называется уровень. Ушел на рыбалку. Бабка, а ты молодец. Вот это хорошо, что ты пера не сдерживаешь. Это очень замечательно. Так, дай-ка я брошу аккумулятор. Здесь он как нельзя хорошо зайдет. Ну, а я, естественно, буду помогать. Я буду помогать нашей бабке Клаве. Почему-то ее, правда, здесь называют тетя Клава, но на самом деле это бабка. Потому что у него такие линзы на глазах. То есть зрение уже
не первой свежести, соответственно, она нифига не видит, поэтому она и ближний бой, юнит ближнего боя, потому что только вблизи может увидеть врага. Хотя там дедушка дальше будет, он тоже не особо-то зрячий. О, бомба-пердушка. Замечательно. Давай, пираньки, идите сюда. Хоп, просто поджарили, нормуль. Так, отребье ползет, а я сделаю вот так вот. А, мы же хотели с вами самолетик проверить, ё-моё, чё я тут теребунькаюсь-то? А ну-ка давай, сейчас у нас все это пройдет, и мы с вами посмотрим чистый урон от нашего воздушного самолетика. Все вроде бы, давай проверим. Как это будет работать? Ах, вот оно что! Я-то думал, что самолетик будет как бы пролетать и пробивать их, а он, оказывается, сбрасывает маленькие такие бомбочки. Честно говоря, не особо понял по урону, что у нас получается. Но зато он захватывает полностью вот эту всю площадь. А, смотрите, старый друг идет. Давненько мы с ним не виделись, да? Ну что, я думаю, вот так вот для начала сделать. Так, бабуль, ты главное отбивай, молодец. Не понял, а как ты пропустила пираньку? Она, наверное, под ней проплыла и поэтому прошла. А вот сейчас самое время проверить самолетик. Ну-ка. Блин, что-то, по-моему, как-то не особо, ребят, хорошо тут работает. Это у нас самолетик воздушный. Да что ты будешь делать? Смотри, как он настырно идет ко мне. Вот у нас косморужье очень хорошо справляется с этим бобром. Оно вообще хорошо справляется со всеми, потому что прокачано по максималке. Да, ребята, прошли с вами уровень, просто замечательно. 24 тысячи голды мы с вами заработали, итого 43 тысячи. Самолетик. А сколько нужно? Рояль 20... А, ребята, он разблокируется сам. А кто-то говорил мне купить. Нет, вот эти штуки... По крайней мере, рояль точно не могу. Или могу? Ха-ха-ха, могу! Худший кошмар компании по организации переезда. Величайшее оружие болот. Даже так? Но предположим, ребят, давай проверим. Вот здесь вот, вместо кислотного дождя мы его пока возьмем. Ух, ну что? А, ребята, здесь у нас 15 уровень, как вы видите, это бой с пришельцами. То есть в данный момент мы с вами ничего не сможем проверить, если только нам не выпадет это в виде бонуса. Я имею в виду рояль. Вонючий скунс называется. Понятно, это который с противогазами, да, у нас идут? Ага, вот они. Так, минусанули одного. Давай, тарелочка. Арбалетик дали, замечательно. Ах, они вот в защите уже идут. Но все равно мы порвали. Три выстрела нужно мне из ружбайки, чтобы его подбить. А здесь, наверное, 5. Ты смотри, что делает. Эй, ну-ка. Так, погнали. С выстрела. Шикарно. Бомба-вонючка, но я думаю, что она здесь нам не пригодится. Ах, тут у нас еще и ежи. Вот так вот, значит, да? Эй. Тихо ты. Ой, ребят, что-то тут какой-то кавардак пошел. Так, блин, зачем вонючку-то использовал? Ой, ребятули, мне нужно что-то. Да чтоб тебе, ну-ка, аккумулятор. Давай хотя бы аккумулятор, иначе развездякают нас сейчас здесь. Ой. Рояль, ну давай посмотрим. Это, конечно, хорошо, но у меня здоровья-то очень и очень мало. Вообще мизер. И самое противное, что... Ну, переключайся ты давай на... Вот так, ребята, меня расколбасили. Возможно, я был неправ в то, что стал делать... Стрелять по этим енотам и так далее, подобное. Надо было просто-напросто подбивать летающую тарелку. Из нее что-то должно было выпасть. И таким образом можно было, наверное, быстрее с ними разобраться. Но я что-то замельтешил, запаниковал. Рояль действительно мне понравился, очень неплохо, но, правда, он местного назначения. То есть бомбит по определенной площади, но зато накрывает абсолютно всех. Арбалет. Я понял, что арбалет здесь лучше, ребята, поэкономить. Ну-ка, косморужье, замечательно. Вот видите, у нас уже закончилось с вами напросто все.
иди отсюда. Так, тарелочка. Еще два арбалета, замечательно. Что тут нам? Самолетик. Давай проверим. Ага. Вот вонючка бомба здесь вообще, ребят, не в тему. Вот серьезно вам говорю. Да отвали ты, Ханорик, уже достал. Бабуль, я надеюсь. Я надеюсь. А, зачем вонючка здесь? Ну вот опять, ребят. Опять та же самая проблема. У меня, по крайней мере. Ну почему ты вонючку мне даешь? Мне вонючка здесь не нужна, ты понимаешь? Не нужна мне вонючка здесь. Бомба, от нее толку ноль. Ой-ой-ой-ой. Ладно, ежа можно пока не трогать. С ежом бабка, если что, разберется. Не будем на него, как говорится, тратить патроны. Ведь правда? Да, бабуля справляется. А вот этих вот хорьков надо бомбить. Аккумулятор, шикарно. Да чтоб тебя, где аккумулятор, вот он. Арбалет. Погнали. Фу. Ну, бабуля, молодец, баба Клава. Держи, держи, как говорится, строй. Ну, другого не было выбора, ребят. Пришлось, пришлось потратить. Как же у меня эти скунсы вымораживают. Попасть по тарелке не могу еще. Во, попал. Давай сюда бомбанем, наверное. В кого я стреляю, а? В кого? Самолетик достался нам. Так, это, по-моему, последние ребятули. И мы с ними должны справиться. Ух, ребятули, я вам скажу одно. Напряжный был уровень. И бомба-вонючка здесь вообще, честно говоря, не очень-то сильно и нужна была. Так, ну что, 18 тысяч мы с вами урвали. Я вот не знаю, стоит ли нам прокачивать или не стоит. Нет, я все-таки, наверное, верну кислотный дождь вместо рояля. А вы мне, если что, напишите, что все-таки лучше, кислотный дождь или рояль. Я думаю, что многие из вас это знают. Так, вот я думаю, аккумулятор, наверное, прокачать нам, да, по фулочке. Вот так вот, потому что мы им часто очень пользуемся, и он действительно хорошенький. Припасиков закупить, это в обязательном порядке. Это самое первое, что нужно сделать, это покупать боеприпасы. Гранатомет, ну, говорили, что он хорош против боссов. Но я думаю, что миниган будет в разы круче. Но 200 тысяч, сумма, конечно, очень сильная. Ну что, 16 уровень у нас, энергии еще 3 штучки есть. Вторжение москитов. Я понял намек. И, кстати, это очень хорошо, что я взял ребятули дождик. Он нам здесь как раз очень даже зайдет. Если здесь будут, конечно же, вот эти вот москитики. А я больше уверен, что они тут и будут. Ну, давай, 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 давай. Сейчас мы с вами сделаем вот так вот. Давай бабуле поможем нашей. Вот, видите, все очень даже хорошо. Мне нравится, что на вот этих вот москитах можно очень неслабо подзаработать. Просто неслабо. Видите, уже 750 монет, отлично. Сейчас мы с вами подождем. Перезарядка полностью пройдет. И, конечно же, мы с вами запустим опять же наш кислотный дождик. Давай, давай, бабуля. Ящики тебе ничего не сделают, а ты им очень больно сделаешь. Вот они ой, москитолы. Тихо, 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 не надо. Такой оравой, плюс еще в защите. Вы не припухли ли, а, родные мои? Давай последнего москита. Бум, готов. Причем всю обойму я сразу потратил. Ой, как это хорошо, ребят. Ну, посмотрите, просто фарм бабла называется. Деньги рекой текут. Потом это все умножится. Ой, смачно. Плюс умножается на бонус крит. Так, тихо, 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 москитики. Успокоились. Я ненавижу, когда их много, и вот они вот в этой защите. Потому что нужно пробить защиту. А если мы вот так сделаем? Ага, понятно. Кто был выше, как говорится, моего самолетика, тот выжил. Кто ниже, тот пал. Ну, довольно легкий уровень, я думаю, что. Потому что здесь только лишь одни москиты летят. Если бы здесь были бы еще жуки там всевозможные, да, которые нам обычно мешают, было бы намного сложнее. А так, вроде бы неплохо. Хотя бомбят они... Опа, 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 опачки. Тихо. Да что ж ты ящик-то бомбишь, аккумулятор? Ты бомби мне этих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, заплевывает. Ребят, я боюсь сфейлиться. Так, аккумулятор пришлось выкинуть.
Да, только таким макаром мы с вами выжили. Иначе было бы очень худо. Деньги зарабатываем, деньги с вами тратим. И накопить у нас, как всегда, не получается ничего, да? Но зато... Зато все боеприпасы у нас здесь целенькие. Но по взрывчаткам очень все плохо. У нас нет аккумуляторов, надо закупить. 6 штучек это нормуль. Ну и также кислотный дождик. Его бы, конечно, прокачать бы по максималочке. Было бы неплохо, я думаю, да? Потому что у нас аккумулятор фулка. Ну, канистра, я думаю, что холодильник. Кстати, холодильник, давай-ка возьмем. Уберем самолетик и возьмем холодильник. Потому что у нас их 6 штук, а самолетиков нету. Покупать я пока не хочу. Итого у нас 17-й левел открывается. Нам сколько еще? Ой, до босса-то совсем рукой подать. Если в этой серии не получится, я думаю, что, наверное, в следующей уж точно. Проклятие болотного монстра. Так, тихо, начинается. Сразу вынудили меня потратить бомбу-вонючку, а? Вау-вау-вау-вау. Так, тут еще эти барсуки, или как там? Шиншиллы. Да иди ты в лес. Так, ну-ка, достали уже, а? Серьезно. Блин, ну как же быстро заканчиваются у меня боеприпасы, а? Кто там едет? Наяривает на моторке. Давай, давай, давай. Опа, минус. Бабуль, давай, молодец, красава. Не пропускаем этих охламонов, не пропускаем. Всех наказываем до единого. До сих пор не могу понять, почему они прыгают с неба. Парашютисты, что ли, какие-то? Ну, скорее всего, да. Другого объяснения нету. Вот они, плывут, архаровцы. Так, замечательно. На динамите, которые, да, они уже для нас ватники. Даже вот эти вот защитные. А вот которые на лодочках, тут уже посерьезнее немножко. Так, коровушка, не надо, не надо тут подходить. Не вздумай. Просто не вздумай. Так, бомба-вонючка пока еще работает. Закончился эффект. Хорошо-то как, а? Прожигаем, прожигаем, нормуль. А кого-то бомбишь-то, никого я не вижу там. Так, вот этих вот в первую очередь. Косморужье! Что там у тебя, блин? Что за проблемы? Куда плывем, а? Эй! Отдуплился, все. Зачем я потратил болт? Это ни к чему сейчас было. О, подхил. Слушай, ребят, по-моему, немножко осталось. Тут уже скоро будет последняя волна. Да как ты успел-то так быстро все это сделать, а? Ушлепок. Ну давай ты, куда ты стреляешь? Вот сюда надо. Погнали. Погнали. Так, опять корова идет. Поджарили мы ее. Ну и этих тоже, ребят, сейчас быстренько. Оп. Нифига такой десант, на. Блин, все время забываю, что когда мы переключаемся на другой вид оружия, патрончики у нас не восстанавливаются. 46 тысяч, ага. Что мы с вами хотели улучшить по максималке? Дождик, да, насколько я помню? Или что-то по оружию? Ага, арбалет. Вот так вот. У меня новое достижение, которое называется «Любитель оружия». Да, я такой. Обожаю косморужье и арбалет. Энергии мало, ребята. Энергии всего лишь одна. Да. То есть, давайте посмотрим. У нас, мы пройдем с вами 18 уровень. Раз, два, три, четыре, пять. Ай-яй-яй, в следующей серии не хватит нам до босса. Мы где-то перед ним закончим. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я думаю, что его надо бомбить миниганом. Вот это точно какой-то пиццелицей с грибами. Тут даже видно, что гриб растет. С какими-то штуками. Наверняка он будет из них что-то выплевывать. Так, ну ладно, об этом под... А, во, ребята, две энергии у нас накопилось. Вот это уже другой разговор. Так что поехали. Я купил, все купил. Так, легенда возвращается. Какая легенда? Опять начинается вот... Как только касается слова легенды, сразу почему-то начинается с крокодилов. Кто там? Ага. Блин, я понял, я понял. Опять эти скунсы вонючие, да, значит? И плюс вот эти вот, которые любят пожирать аккумуляторы.
Там еще и босс, что ли, идет? Да ну, завязывай. Да завязывайте, говорю. Нервирует меня просто, а? Да, вот это, конечно, уже плоховато. Что будем делать-то? Я даже не знаю, давай так. Ай, гад, схватил. Я его, ребят, не увидел. Он там в толпе затесался. Слушай, ну этот... Да идите, говорю, вы лесом, а? Летают здесь, кружатся над моей головой. Так, вон там вижу, ребята, скунса. Да да, это я попаду, попал. Аккумулятор вперед. Шикарно. Мультиубийство зарабатываем. Так, холодильник достался. Я думал, что это ящик, тыкаю на него. Это аккумулятор мой. Слушай, я забыл, по-моему, ребятушки, прикупить аккумуляторов маленько, да? На подсосе с вами работаем. На подсосе. Так, давай, давай, давай. Так, этого даже аккумулятор... Ой, даже кислотный дождь, что ли, их не берет? Нет, берет. Но слабее. Опять, смотри, босс. Опять босс там затесался. Это вот типа он легенда, да? Легенда возвращается. Оу, сколько вас тут? Надо прожигать их всех. Кучненько. Да-да-да, я понял. Так, деньги берем. Слушай, что-то как-то мне... Зачем бросил холодильник? Так, вот этих надо разбомбить. Е. И еще... Да ну. Давай, давай, жги. Все. Блин, там где-то, ребят... Вон они, вон они, вон они, я их вижу. Блин, ну в такой-то куче, конечно, ребята, можно себя чувствовать героем. Все, я все-таки справился с ними. Смотри, сколько бабла заработал. Так, это сейчас все еще и умножится у нас. Ну что ж, неплохо, 43 куска у нас. Так, давай-ка мы с тобой закупим наши боеприпасы. Боеприпасы. Раз, два, три. У нас еще 42 тысячи на кармане. И нам обязательно, обязательно нужно купить аккумуляторы. Как обычно, где-то штучек 6. А, у нас еще и бомба-вонючка закончилась. Вот это уже неприятно. Тоже 6 тогда возьмем. И кислотного дождика также возьмем с вами 6. Ну, 4. Вот. В принципе, неплохо. Погнали. У нас еще, ребята, одна энергия, 19 уровень. Поехали. Не будем, как говорится, тянуть кобылу за хвост. Поющие в болоте. Это вот эти, что ли, певцы тут у нас? Так, погоди, не нравится мне это все. Сейчас, наверное... Ага, видишь как? Не зря я кум бросил. Так, вот этого подшнерика надо в первую очередь бомбить. Так, завязывайте уже, а? Поющие в терновнике. Ну, замечательно. Ух ты, сколько их тут. Ну, вот этих вот комаров-то... Это даже не комары, это какие-то ленивые вонючие мухи. Почему ленивые? Потому что они жирные. Так, дождик. Потому что я чувствую, здесь будет пахнуть керосином. Ну куда вы прете? Ну куда вот вы прете? Ребят, опять у меня закончились боеприпасы, нужно перезаряжаться. На! Тю! Так, давай их поджарим. Так, вот этих вот. Да как ты успел бомбануть-то, я ж тебя жарил. Бабуля, держи, как говорится, позицию. Опять эти аглоеды. Так, дождь. Нам, как говорится, здесь поможет только дождик кислотный. Ну и бабуля, которая отталкивает. Кстати, нам надо посмотреть. Мы же бабулю можем прокачать. Вот в чем. Или мы ее по фулке, я не помню. Глянем сейчас. Слушай, что за дела-то тут происходит? Эй, эй! Блин! Вы хорош уже тут так буянит-то. Хотя эта волна почти последняя, так что нормуль. Ух, было сложно. Ну что, друзья мои, давайте-ка глянем на бабулю. Она, по-моему, у нас вот здесь, да? А, нет, это оборона. Так, тетя Клава, она у нас полностью проапана. Так что можно расслабиться, да? Кстати, давай бензобочку... Нет, не будем мы тратить на нее. У нас 40... Ну, 50 тысяч, грубо говоря, да? Я думаю, что нам стоит подкопить денег. Может быть, как раз до следующего босса мы с вами успеем купить миниган. Ну, а там, соответственно, его и протестить. Так что, дорогие мои друзья, будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых следующих видосиков. Удачки вам!